дочкой. С дочкой? Угу. Дочку убила, а я что-то утонула. Где это было? Ну, ноль. А когда? До первого числа. Января? Да. Один вот разрыв был? Ну, я слышу только один. У вас ранения какие? Плечо. А у девочки сколько лет было? 10 лет. Она где, в кроватке была, на руках? Маленькая. Назвали? Софья. А в тот район, где вы проживаете, часто били? Ну да. По звукам было сразу шлепнуло. Не знаю, чем стреляли. А внучка с правнучкой, они стояли у окна? Угу. Что помните? Я на кухне была. Я таки почула взрыв и крик Маришки. И все, а Сонечку я потом нашла. Я выскочила, а она держалась за руку, сильно убила на ней. Кажу, где Сонечка? Она, не знаю, бабушка, не знаю, где Сонечка. И ей откинули между креслами стенкой. Это маленькая пространство, она там была, на стеклышках лежала. Она в сознании была? Она, я ее взяла на руки, она глазенки пыталась открыть. И ротиком шевелила. Я, ну что она скажет, 9 месяцев ребенку. Взяла на руки, а кровь бежит по мне, ну стору сильно-сильно кровь бегла. Я пеленочкой закрыла ранку. Я ж не знаю, что там было, понимает? Ну, в общем, ужас. Ужас. Сможете это забыть? Нет, Николай. А это не забудете, Николай. Это Николай. Я в дом не могу зайти. Я в хату не могу зайти, потому что она там лежала. Она ползала там, она бегала. Она на 4 шага уже первый сделала. Как это тяжело. Это страшно тяжело. Это слово. Я никого не забуду. Как тяжело ховать. Теперь Маришку вычухать надо. И она плачет каждый день, и мы на ее месте. Она стояла возле окна с детем. Вот и получилось осколки под этой группой. Ее ранило, внучку тоже ранило. Бабушка с ней была. Так то и случилось. Бабушка. Бабушка здесь. Правнучка как бы где в больнице или на месте? Ну, ее забрал в один. Сразу умотал ее в отвел, принес себе в эту. Сам сейчас это что-то. Ну, Красный Крест. Когда подбирал ее, внучку забрали сразу. Ну, военные забрали, повезли в больницу. Нам сказали, что все нормально будет, но оказывается, она же в этот день умерла. В больнице? Нет. Ну, на руках у военных. Потому что в больнице сказали, что ранение было сильное. Какое, знаете? Угу.